Если среда для вас не день недели, скорее всего, вы уже точно слышали про урбанистический форум в Белгороде. 5 дней молодые архитекторы и урбанисты со всей России проектировали комфортную городскую среду. Основой для работы стали существующие пространства по всей стране, которые нуждаются в усовершенствовании. 5 из них на территории Белгородской области. Мы сидели до 6 утра, до 5 утра. Следующий день кое-как вставали, но всегда работали. Потому что нам повезло, нам достался кейс из Белгородской области. Мы выехали на территорию, связались с жителями. Таким образом, полностью его проработали. На презентацию проектов приехал и губернатор Вячеслав Гладков. Хотелось бы, конечно, послушать вас, послушать ваши идеи, увидеть ваши идеи, посоветоваться, поспорить. Поэтому очень с большими ожиданиями приехал к вам и надеюсь, что как ожидания ваши в отношении нас, так и наши ожидания в отношении вас, они на сегодняшний день сбудутся. На финальный питчинг сессии 13 проектов разных направлений. Авторы лучших кейсов получат до 1,5 миллиона на реализацию своих идей.